К Иссе подошли саддукеи, которые утверждают, что нет воскресения мертвых. Они спросили его: «Учитель, Муса написал в Таурате, что если женатый мужчина умрет, не оставив детей, то его брат должен жениться на вдове и восстановить род своему брату. Было 7 братьев. Первый женился и умер, не оставив потомства. На вдове женился его брат и тоже умер, не оставив потомства. То же самое произошло и с третьим. Брали ее за себя все 7, и никто из них не оставил после себя детей. После всех умерла и женщина. Чьей женой будет эта женщина после воскресения? Ведь все 7 были женаты на ней». Иса ответил им: «Не потому ли вы заблуждаетесь, что не знаете ни Писания, ни силы Всевышнего? Воскресшие из мертвых не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах. А о том, что мертвые воскресают, разве вы не читали в Таурате, в книге Мусы, историю о терновом кусте? Там Всевышний сказал Мусе: «Я Бог Ибрахима, Бог Исхака и Бог Якуба. Он Бог не мертвых, а живых. Вы глубоко заблуждаетесь».